Вот как вы думаете, где я сижу? Я сижу в гардеробной. Что вы думаете, я тут делаю? Я вот слежу за Милашей. Знаете, вот это вот чувство, когда ты сидишь с ребенком, гуляешь на площадке, он у тебя там в песочнице возится, вот, и ты за ним следишь, чтобы он ничего там не съел, не нажрался песка там или еще в таком духе. Вот я сижу здесь за Милашей, смотрю. Милаша! Чтобы мы ничего не сожрали, не свалились, не застряли нигде. Да, Милань? Вот мы тут по курточкам. Иди сюда, Милаша. Ну, вот так вот. Он сейчас по шторе. Раз, там в дырочку. Милаша, иди сюда, иди. Иди скорей. Милаша, иди сюда. Милаша. Милаша, что ты там мне пищишь? Вот мы тут. Тут штора, там штора. Милаша, сижу вот, слежу. Ребенок развлекается. Не знаю, друзья мои, как я ее, как выпустить в природу, ее нельзя. Она абсолютно не понимает ни страха никакого у нее нету, что там кто-то ее может сожрать. Да, Милань? Ну, Милаша, не ешь телефон. Вот. Ничего такого. То есть она абсолютно вот домашняя белка. Ну, блин, держать ее, конечно. Квартире. Вот это, конечно, глупо. Лето начнется, птицы поют, солнце светит, погода прекрасная. Ну, вот, забрать ее в деревню, это надо ей строить там приличную клетку большую. Потому что даже если ее отпустить в деревню, и она будет приходить, там есть кошки дикие, которые, как кошки, коты, в том числе и Маша, которая у нас живет, как бы не наша кошка, но живет постоянно у нас в деревне. Вот, и, к сожалению, осенью она кого-то из братиков или сестричек Милашиных съела, потому что, опа, вот так вот, сама не упала, так свалила что-то. То есть я нашла в коридоре только хвост от бельчонка, поэтому это, конечно, было страшное зрелище для меня вообще, потому что я тут Милашу из соски выкармливаю, выращиваю, а другой бельчонок... Может, сестренка, может, братишка. Вот так вот были пойманы кошка и сожраны. Поэтому этот факт меня, конечно, убивает. Ну и помимо этого у нас ястребы. Плюс еще хорька мы хоря видели на липе, на нашей, на Пелагее. Вот, поэтому как это возможно, это, ну, я не знаю. Это, считаю, что отправить ее на погибель. Вот, поэтому... Есть мысль поехать в Москву, в какой-то парк, где живет много белок, большая конгломерация, но не факт, что ее примут, потому что я посмотрела видео, некоторые попадаюсь я на белку Чипа, и хозяин решил тоже найти ему гайку, пошел, значит, куда-то там в парк, он куда-то в Севастополь вроде поехал. Ну и, в общем, там наваляли по жопе этому Чипу, потому что он не пахнет. Он пахнет человеком, он молодой самец. Его там старые самцы не приняли, естественно. Поэтому, конечно, ассимилироваться будет очень сложно. Хотя Милаша девочка, ей, наверное, будет проще. Вот, так что вот так. Сердце болит, и поэтому я пока не хочу... Знаете, я как Скарлетт О'Хара из всем известного произведения. Я не буду думать об этом сегодня. Я подумаю об этом завтра. Вот. Не хочу заранее гнать волну. Вот. Придет решение, по-любому придет. Вот так. Гуляем.